Все посмотрели закон о минимальном размере оплаты труда, который действует, 7,5 тысяч, и все стали этому придерживаться. Но все совершенно упустили из виду, и поэтому хочу прокомментировать, что существует понятие, что на региональном уровне также может устанавливаться этот размер минимальной оплаты труда, он устанавливается региональным соглашением. И данный, он был у нас установлен в августе, принят в июле, вступил в августе, и его размер составляет 8,5 тысяч. Для того, чтобы, скажем так, работодателю, у него два пути, он, если не согласен с этим размером оплаты труда, не может у всех каких-то определенных причин оплачивать, то он в течение месяца должен сообщить в уполномоченный орган, согласен ли он присоединиться и выплачивать данные, либо он не может этого сделать, поэтому должен сделать официальный отказ. Если он не произвел этих действий по отказу от присоединения к этому соглашению, то считается автоматически, что он к нему присоединился и должен его в обязательном порядке исполнять. Большое количество нарушений. Не ожидали мы, что вот именно люди настолько, они, скажем так, не в курсе, они не владели вот этой обстановкой, вот этим, скажем, законодательным требованием, были просто не осведомлены, в связи с этим были допущены нарушения. Мы внесли необходимые представления, представления уже рассмотрены, и работодатели внесли соответствующие изменения в свои локальные документы и установили размер, тот, который требует законодательства.